Вау! Я через вагон пролетел! Это было офигенно! Всем привет, с вами Оксигениум и Даня Харт. И сегодня мы будем проходить офигенные гоночки в GTA 5 онлайн. Да, ребят, всем привет! И погнали, это гонка на Осирисах. А что в ней будет? Я пока хз. Какой-то эпик уже сзади вот творится. Посмотри, на превью там были какие-то рампы. Я не понял, а мой Осирис не тащит? У меня один не прокачанный, значит, да? У меня тоже не прокачанный. А, тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нормально, нормально, вписался. Я прям за тобой еду. Та же самая траектория. Абсолютно. Знаешь, форсажи, короче. Ага. Так, надо как-то убежать, вот они... Нормально, еду. Уехали вообще. Нет, тогда было бы... Что творится? Ладно, едем! Офигенные рампы. Что? Куда ехать? Стой, все, люди! Я вперед просто жму, я ни на что не нажимаю. А я типа пытаюсь ехать. Не знаю, меня так сейчас жестко вертело. Ну а ты прошел этот момент? Дальше едешь? Еду, нормально, я пока пятый. Тут вообще интересная какая-то тема. Офигенные трубы. Ой, нифига себе. Тут еще препятствия всякие. Это офигенно. Вау, что круто. Нормально, нормально, на крыше еду. Это нормально. Да, это вообще тема на самом... Что? Клёво. Что за дичь? Стоп, а тут? Я а тут взорвался. Куда? Чё, куда? Воу, в трубу. Тихо. Я в трубе. Так, есть. Всё, я в трубе розовый. Ё-моё, я не могу этот момент пройти, дурацкий. Всё, я заехал. Удачи тебе. Что? Спасибо. Ты как это сделал? Я не понимаю. Я тоже сам не понимаю. Я взял чекпоинт. Нормально, проезжаем. Ой, тихо, да нет, тут изи, вот тут надо тоже. Просто на потоке просто все за один раз пройти. Да. Так я не мог заехать там. Это прям, не знаю, оно автоматическое какое-то. Просто едешь и на автомате все проходится. Так вот, тут просто на W жмешь, типа, и все. Да, именно. Прикольные гонки. Так, да, вот это вот топовое на самом деле. Воу, я через вагон пролетел, это было офигенно. Какой вагон? Да, там, короче, вагон будет, и через него пролететь надо. Вот это эпично было. Сейчас замутим. Вот это тема, это офигенный момент. Мне вот саму кайфануло так. Я не знаю, я просто газ жму и... Пока четвертый. Вау. Может быть, догоню. А, они я, перед кстати... финишем ждут. Ну, что, финишируйте, да? Ну, люди, финишируйте. А, я сам уже все, ладно. Я типа второй, какой там, третий, четвертый. Я не знаю вообще. И это следующая гоночка. Все взяли свои машины, потому что тут разрешено любые брать. Воу, прикольная труба. Уже ништяк такой начинается. Эта гонка сразу видно новая, потому что трубы современные. Все, погнали. Воу, меня толкают. Так, а ты на каком месте? Я четвертый пока, но вроде второй. Ой, волрайт начался. Что, меня выпихнули? Круто. Все, проехал это место. Дальше. Да, извини, то, что у тебя не круто. Воу, офигительно! Это офигенно. Я на втором месте, уже на первом. Ты офигительно. Догоню, это офигенно. Ой, офигенные спираль, трубы. Спираль. Я хочу камеру другую! Я вылетел! Так, вот труба ты непонятная. А, чекпоинт в трубе! Стой! Вот он! Есть, я взял чекпоинт в трубе. Да. Я пятый. Я, кстати, следующий чекпоинт взял. Тут, оказывается, чекпоинт в трубе надо взять и дальше ехать. Чекпоинт. Все. Там находится. Он спрятался, он очень хитрый чекпоинт, это типа троллинга какого-то даже. Типа мини-обманочка такая. Так. А, здесь тупичок, тут тупичок. Ой, нифига себе спускаешь, что творится. Я не понял, а нет, все нормально, вот труба, и в ней должен быть чекпоинт, да. Фух, я уж думал, я опять где-то пропустил чекпоинт, просто он так внизу где-то был. Тут волрайт лютый будет. Да, но я, пожалуй, сейчас его увижу, потому что я уже на пути. Ты где? О, я его вижу, этот wallride цветной. Да. Трехцветный такой. А нет, четырех уже. Ну, какой-то, короче... Ну, короче, он радужный. Да. Гейский wallride. Блин. Непонятно, почему гейский вообще. Вот, чекпоинт. Здрасте. Оу! Так вот, что такое... А, тут розовый wallride. Дальше. До него был гейс, я сейчас розовый. Почему-то. Что за гонки пошли, а? Вообще непонятно. Тихо, зацепился, взял чекпоинт. Все, я проехал. Крутит.
вертит. Тут Максон. Здорово, Максон. А, я тут смайла видел. О, где-то, а теперь он голубой. Да что такое? Да почему волрайды розовые, точно, голубые да радужные? Что с GTA-шкой не так? Что не то? Бочек понял. Создатель упоролся чуть-чуть. Немножко. Чуть-чуть, вот совсем так. Совсем так курнул немного, да? Е, все, нормально. Улечу, понятно, я улетел, блин, подстава. Надеюсь, я хоть кого-нибудь догоню, а то, не знаю, я хочу хотя бы на третье место. Хотя бы на третье. Ой, тихо, 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 я слишком быстро лечу. Охладите, траханье, мазафака. Все нормально. Воу, я думал, у меня машина загорелась, у меня просто желтый дым. Показалось. Что? Что? Что это сейчас было? Надо было... Все, я понял, я на третьем месте, мне надо было ехать по... А на втором. Надо по колесу ехать. Я понял, как надо проходить, чтобы аккуратно. Восьмеркой. То есть, вот... Какой восьмеркой? С одного колеса на другое так двигаться, типа... Не по одной стороне, то одна, то другая. Я врезался, я застрял между ними. Нет, все нормально. Тут немножечко скилл играет. Чуть-чуть. Ну, да не скилл, а скорее аккуратность. Опрятность. Аккуратность, да-да-да. И усидчивость. Все, чекпоинт. Здравствуйте. Понятно. Здравствуйте, чекпоинт. Ты понимаешь, я вылетел из трубы рядом с чекпоинтом и не взял его, естественно. Здравствуйте. Позволите мне вас обогнать? Я не знаю, кто я там. Я не знаю, куда еду. Ты чё за бесконечная труба? Не знаю, что там за бесконечная труба, но ща посмотрим. Может быть... Ты чё-то вот... Ой. Волрайд. Кто-то лагает? Я не лагаю. Чуть-чуть, немножечко пропадаешь. Всё, нормально. Боюсь. Понятно. Не бойся. Трубы. Оу, какая труба интересная. И какая дорога красная. Тут на самом деле, комментатор от бога. Все, нормально. Интересные, что они слишком жестко. Не знаю, я просто прилип к трубе почему-то, и меня так вертело, это жесть. Ты понимаешь, я опять у чекпоинта взорвался, но это естественно. Это... Так. Ой-ой-ой. Все, заехал наверх. Воу, тихо, аккуратно, все нормально. Так, аккуратненько. Вот, может вот, быть... Реально, ты говоришь... Аккуратнее, я покажу аккуратно. Нет бы на третье место вырваться, а я все еще четвертый. Хотя я был третьим. Когда-то. Эх, помню времена, я был третьим. Я третий теперь. Да? Ну так значит, моя задача обогнать тебя и не взорваться. Ай-яй-яй. Как же больно. Так. Ой, блин, я на Максона приземлился прямо. Ты поаккуратней там. Блин, ну все-таки третья. Все нормально. А, тут скоро финиш, да? Или как? Ну, походу, да, вот скоро будет эта труба непонятная дичь. Стоп, тут на землю дальше? Стоп! Зачем на землю? Сейчас тихо! И назад! Быстро назад, пока никто... Давай. Хотя никого нет, ладно, нормально. Так, я за тобой не... Блин, ну у чувачков таймер пойдет, ну извините. Я финишировал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Оксидениум и Даня Харт. Всем удачи и всем пока!